Приехал к СОБам. Быстренько им перекусить, потом сразу им буду варить. О, сейчас крику будет. Ой, блин. Лайковост. Якобы. Иду я. Иду, демоны мои. Иду. О, что-то крика не слышно, мелкой. Сетку ломал. Ломал, наверное. Ну что? А что такое, истерики нету? У тебя есть истерик? Сейчас. Ты вся там в одеялах, девка. Тихо. Мелкую выпускай. Давай. Тайна. Там другая машина. Тайна. Миссия. Ай, как тебе? Тихо. Ну тихо, тихо. Мелкая, меня всего. А, блин, больно. Тихо. Сейчас все будет. Сейчас. Не прыгайте. Тихо, дайте мелкую. Еще одну. О, вот это песня. Вон тебе игрушку выпустил белую. Ну вы хорошо отсидели. Молодцы. Я думал, будет тихо сидели. Че, лежал, да? Все, соболь потечет он. Иди гуляй. Да, есть петля. Все, все, да, соболь? Закрывать ее надо будет скоро. Ну все девки к ней. Все. Сейчас я ее посмотрю, да? Тихо. Молодцы, тихо сидели, умнички. Нет, не было, как всегда, какой-то истерики. Ко мне по одному. Быстренько. Ты-то, конечно. Тебе-то сейчас, да? На. Давайте. Разной. Лаймус, я должен тебя посмотреть. Там дела твои. Женские. Ну, Лайм, да. Отняла чавальник. Ну, моя девочка, ну. Не, подойди ко мне. Иди сюда. Садись. Ты же у меня быстро садишься? Держи. Так, ты отнесла. Иди. Иди к своей. Иди. За второй сразу пришла. Не успела первую съесть, чтобы заранее набрать целый склад. Чего он тут? Я вон три пакета взял. Объедите сейчас. Соболю сейчас ничего не надо будет. Ой, так. Че, надо тогда завтра везти. Может, сегодня, не знаю. Сереге заходил в гости ко мне на сайт, то есть, да, на страницу. Серега, если увидишь... Я тебе звонил. Надо завтра тогда ее отвозить, чтобы мне распределить. Фу, с этой поездкой не отойдет. Соболь. Ну все, медить он будет. Соболь, иди ко мне. Иди ко мне. Все, не будет ничего есть. Все, недели две. Как отдать? О, хищник полетел куда-то. Ой. Здоровый коршун. Так, все едят. Соболь. Ну, пока теперь все не отметит. Так, ну вода у вас есть, была. Так, проверю, что у вас. Жарко просто вчера было, пока я был в Воронеже. Вода есть. Вода есть. Вода соболя есть. Значит, все нормально. Весь на нервах был. Как они тут что? Так, все кушают. Бой. Бойка. И ты девка. А это девка. Бойка девка. Бойка девка. Что ты ногу поднимаешь? Что такое?
А что ты писаешься-то? Да? От счастья. Соболь, иди ко мне. Все, обметил. Наверное, эти други приходили твои. Сетку порвал опять. На. Не будешь? На. Что такое? На. Ну, поесть. Не, все. Лайму закрывать. Лаймусь, а у тебя аппетит сейчас будет хороший. На время-то этой системы-то. Ну, с сегодняшнего дня. Ой, блин, 12 дней, и она будет готова. Ну все, тогда распределяем по-другому. Значит, лайму под навес тут даже никто не сломает, ничего. Тут доска сильная лежит. Конечно, я буду сейчас все быстрее сейчас размотаться с делами. Как бы большое дело сделано. То, что было запланировано, я просто долго молчал. Вот. Вот так не надо было скататься давно уже. Кушайте, кушайте. Так, тебе-то это, конечно, большевато. От тебя надо отвозить, чтобы ты мне не мешал во время этих сексуальных проблем наших девчачьих, да? Лаймусь. Аппетит нагуливает на время течки, чтобы потом во все тяжкие уйти. Вот такие вот дела. Так. Ну, здесь лежал на одеяле. Что, ты сам ничего не ешь? Все, все, ты мне самый главный определитель всех дел. Вон, где он лежал, все уже обметил. Уйди с глаз моих долой. Вот на один рот будет меньше сейчас. Недели на две, а то и на три. Это соболь. Исхудает бедный несчастный. У него закрепить тоже все. С ума сойдет с этими. Может быть, надо подумать и его посадить. Может, сейчас до магазина доеду, чтобы не порвал поводок. Может, цепочку какую. Да он все утащит здесь. Поддон и все он разнесет тут в хвост и в гриву. Ну, теперь я здесь. Так что все под контролем будет. Такие дела. Она тебе даст сейчас люлей. Она не готова не первый день. Может, второй максимум. Ох, маньячила-то, маньячила. Дайте ей поесть спокойно. Соболь! Иди щелкай своими челюстями туда. Что, Златос? Ты в разлиньку пошла. В Рязани тоже в разлиньку пошли. Девка и парень. У Сереги, небось, тоже в Смоленске. Сафонова тоже, наверное, в разлиньке. Хвост худеет, да? Хвост худеет, а, Златос? Да? Скажи. Вот хорошо, когда побольше собак. Да? Играться со мной? Ах ты жопа. Села. Пойдем, дам еще. Все. То, что кто-то, если выходит из строя, ну, зад-то оставлено, я еще раз объясню. Там задавали, я читал там комментарий, хорошо там отвечает и объясняет, кто и что. Ты будешь? Ну, на. А я думаю, ты все. На сексуальном пайке. Златос, ты знаешь, что делать. Молодец. Иди. Лаймус 2. Я их уже путаю. Кто, где, когда они... Все, бросила. Так, будет думать. Кушай, кушай. Это первые дни, Соболь, терпи. Терпи, терпи. Я бы, конечно, кого-нибудь... Ой, моя девочка голодная сама идет. Все, ушко заживает, засохло. Там на волосиках, да, черненько осталось? Вот. Ой ты, да? Хрюкай, дальше иди. Вот. О, идет еще один человек. Пароход. Да? Кто, говорит, у тебя человек и пароход, да? Гуталин возьму, на. Да. Пошла. Ножки то. Ой, ты моя балерина. А ты что, объелась?
с одного раза. Вот задница только не осталась, перелиняет. Вот. Съездил, конечно, тяжело. За одни сутки мы туда на Киа, как бы ничего по-быстренькому. Мы в 3 часа ночи выехали с Костей, а потом туда. Вот это платежные системы, конечно, вот они там их понатыкали. Раньше-то было-то всего, я помню, на юг ездил, всего там 2-3. Блин, а сейчас каждый периметр. И всем дай. А выезд вообще 200 рублей наши москвичи. Ну, московская граница. Я не знаю, выходит около 2000, наверное, или 2 с чем-то тысячи вся дорога до Воронежа. Еще и летит. А что ты такая счастливая-то, я не пойму. А? Таю. Идешь, танцуешь. А, танцорша ты, балерина. Чего, обнимашки? Обнимашки? Давай обнимашки. Да. Иди. Чего ты? Чего? Обнимашки, да. Обнимашки, да. Обнимашки. А такая довольная. Иди, где там у тебя? Дальше я посмотрю. Ну все. Да, волосики растут. Все, отлично. Я и ее еще за приходы заодно. И лайму ее. А что тебе стоит? У тебя на всех хватит. На все село вместе с городом взятым. Ты же у нас откуда? Не местный же. Кровь дурная. Ну как, в плане того, сексуальная такая. Здоровья-то много. Сибирское здоровье, скажи, да? Это вам не чай с пряниками пить, скажи. Да, Соболин? Поедешь на новой машине купаться? Скажешь, вчера бы съездил. Сейчас надо еще. Ой, ну так душит, будет дождик. Будет дождик. Так что вот все на месте, никто не орал. Молодцы. Уж извините, я к вам вчера не смог приехать. И, конечно, все поставили в позу. Хулиганили, наверное. Бойко хулиганил. К Сереге надо везти, наверное, сейчас позвонить сегодня. Да отправлять ее. Что делать-то? Она тебя не подпустит, уши поджимает. Ты матерый стал, матерый. Не надо там ничего метить, Соболь. Поводок только не надо метить. Все, все, где она была, все, все ее место будешь теперь. Все будет твои, одни метки твои будут. Так, а я тогда лайму закрою. Ой-ой, а ног-то хоть подними. Писает он там, как девочка. Соболин. А, звонил этот Аркадий. Он на выставке, но тайгу не привез. Я ему вчера пытался дозвониться. Я говорю, может, я, конечно, не осилю, может, в дороге посплю. Взять Соболи, хотя бы съездить тайгу все поснимать. Он говорит, ну, он говорит, блин, я один приехал, тут управление, офигение. Говорит, мне не до выставки, кто будет с ней заниматься. Ну и так совпало, что. Я говорю, так не получится. Вот, он говорит, пришли тогда хоть фотки, видео какое-то. Она посерела, побелела, что-то там посветлела какая-то стала. Говорит, оторва, говорит, еще та. Без радиоошейника никуда ее. 100-200, но возвращается. Ну, мамаша, папаша, что, в ванне все гуляют, папаша, мамаша. Он говорит, классная, говорит, нравится ему все. А я-то, в принципе, на выставку хотел ехать только из-за тайги. Да я в гости съездил, ничего страшного. Да? Ну что ты? Будешь еще? Вот твоя любовь, младшая жена пришла.
вкусно. Иди, иди тогда. Взял ты, иди. Я снова ей пакеты дам. Да, моя хорошая? А что ты пыхтишь-то? Сидеть. Сядь, пожалуйста. Злата, блин, как тайна. Сядь, сядь, все. Молодец. На. На, пошла. Хорошо пошла. Хорошо пошла. Давай, 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 давай. Молодец. Все, надо сейчас доехать до сервиса, пусть они все закажут на ТОшку. Ой. Машину дал человек. Занимайся, ну, можно сказать, как подрядчик, что ли. Я буду пока на ней ездить, если все сложится хорошо. Со всеми стройками, со всеми делами, то она останется у меня. Конечно, я буду за нее что-то отдавать, а что-то будет, ну, в счет всего. Так что, ну, у меня такой налички никогда не было и не будет. Ну, я в плане того, что будет, но не так все сразу. Где я могу в один день сразу найти больше миллиона? Когда собирали все подписчики, мне радиоошейники, сами подумайте. Сделала мне доброе дело просто. Он говорит, я все равно буду сюда. На, забирай. Она все равно стоит. Вот. Я сейчас ее привел уже более-менее нормальный вид. Ну как, там еще. Хоть, как говорится, пыль протер. Вот. А так машина мне понравилась. То, что я мечтал. Да. Все сложится. Будем стараться, чтобы она осталась у нас. Будет на чем теперь поехать в Карелию. Может, в Астрахань, Соболь, если финансы нам позволят. Но так сами знаете, что машина дорогая на самом деле. Вот, пойдемте, я вам ее покажу. Документы, конечно, все будут, он там поставлен, учет будет на меня. Но можно так сказать, что на 80% она моя. Вот так можем. Давайте вот так будем тогда рассуждать. Я внес определенные деньги. И какие-то условия у нас. Вот она, красавица. Моя мечта. Самое главное, то, что я хотел, это вот эти вот форточки. Там лежит еще резина. Вот, они теперь будут дышать. Чик, все, они будут ехать. Соболь будет морда здесь торчать и балдеть. Салон кожаный. Вот. Как бы. Ну, еще надо здесь приводить все в порядок. Вот так мы будем ездить. Она только будет выездная такая машина. Это. Сейчас я вам багажник. Багажник. Мне на том больше. Здесь. Даже. Вот резина Гудрич. Вот она, Гудрич. Раунд новая. Вон там форточка, вот эта вот. Она, короче, она отодвигается. И плюс еще кнопкой есть обогрев. Вот еще большой плюс. И обогрев есть. Я автоматически вниз она еще опускается. Вот в L200. Вот здесь как бы очень удобно в этом плане. И взял, если что, с салона пустил от кондиционера, пустил им холодный воздух. Ну, как прохладный. Вот. Ну, тоже была собака, возил Алабая. Он ему вот здесь вот сожрал кусок, короче. Вот. Болты сразу видно. Ну, она стояла. Вот. Получился такой вариант. Человек пошел, и совпали наши планы. Планы были давнишние, еще годовые. Просто я сам не знал, что так все получится. Ну, грубо сказать, можете поздравить. Так можно сказать. Ну вот.
А так, я, конечно, ехал, я, ну, сами видели, я дурачился по видео. Ой, музыка заиграла. Не надо нам, а то авторские права сейчас предъявят. Чтобы не уснуть, потому что только за рулем туда-обратно, это была жесть, конечно. Так машина в идеальном состоянии. А так, ну вот в ПТС, вот он я вписан, Соловьев Юрий Валерьевич. Так что сейчас на мне будут лежать все эти страховки, техосмотры, все ерунда. Ну, в принципе, ну, просили просто немножко сделать вам обзор машины. Обзор машины вот такой. Ну, ту машину я никуда девать не буду. Она у меня все равно моя работяга. Это леса, куветы. Они уже вон, готовы. А ты, Лайма, больше всех готов ехать куда-нибудь к женихам. Будем стараться работать. Хотя бы уложиться до декабря. Да? Потому что у нас есть свои планы. Свои. Но как-нибудь потихонечку. А то щенки, щенки. Мне так не понравилось, как там люди вот иногда думают. Бизнес какой-то. Когда все знают, хорошие люди знают, что я всех раздал. Вот лежит. Что она лежит? Она ждет в гости к Дару. Тоже бесплатно. Но все... объясняю, бесплатно. Это да, в дар даю только своим. Только своим. Своим очень близким охотникам. Таким, которые уже знаешь, либо охотился, либо будешь охотиться. А, на выходных... Сейчас за выходные Лёшка сам в городе сейчас живет, Никитин. Мышей. Обещал мне Раду в выходные. Он мне по WhatsApp скинет. Я говорю, поснимай по фоткой, где, чего и как. Она уже там ходит на речку, купается с батей. И батя очень, с кем я охотился неоднократно там на Смоленщине. Он с ней, говорит, втайне заберет, пока, говорит, мамки нету. Прихожу, они, говорит, оба лежат. Этот кверх лапами, и она с ним лежит рядом кверх лап. Ну, уснули на полу, балдеют в доме. В дом ее втайне заносит. Так что Радка там... А, и такая фишка сейчас у Рады. Короче, сушечку она любит, чтобы ей сушечку обязательно. Она поест и поест, а сушечку чтоб дали. И вот она, сушку ей даешь, она переворачивается на спину, и сушку ест только лежа, кверх лапами. Представляете? Я говорю, ну это вот, вот в каждой собаке выскакивает какое-то вот интересное поведение, вот повадок на всю жизнь, допустим, что она будет делать. Так что вот, в принципе, я немножко рассказал планы. Вот, я думаю, что я это видео сейчас вам быстренько выкину. Ну и постараюсь что-нибудь, потому что я к ним сейчас дела кое-какие переделаю и заскочу, закину вам и поеду дальше. К ним сюда, и дела, и все такое. Да, жопа.